Собственно, вот они ответы на вопросы, как я раньше вот видео делал насчет этого. Ну, чтобы вы мне там кидали вопросы. Ладно, поехали. А что там у нас? От Лазер Фокси. Будут ли стримы по разработке игры? Вообще идея прикольная, но... А спойлеры? Хотя вообще, я думаю, может какой-нибудь стрим и будет после того, как выйдет первый эпизод. Будешь ли ты менять название канала в дальнейшем, когда он начнет... Ой, что я сказал? Когда он начнет выходить из массы. Я долго над этим думаю. И думаю, что нет. Потому что уже все привыкли ко мне, к такому нику. Как бы, да, конечно. Нужна какая-то оригинальность, но у меня фантазия... Она мертва у меня, по сути, в голове, поэтому... Я подумаю сейчас какой-нибудь Crazy Max 100-500, я не буду придумывать. Поэтому, ладно, уже пусть будет так. Фокси да Фокси. Всеми уже так... Все меня вот так уже знают, что я Фокси, поэтому, ладно. Я уже такой менять не буду. Хм. Как познакомиться с Changed и как это было? О, это довольно долгая история. Вообще нет. Сижу я такой в голосовом чате на том сервере, ко мне заходит друг, говорит: чел, скачай, пожалуйста, Changed, скачай эту игру. У меня, кажется, был день рождения, это 25 августа, да, вот эта информация. У меня как раз были деньги на Steam, я ее купил, начал проходить, этот чел мне там подсказывал, там, что-то, ну... Собственно, это так было. Это в 20-м году было. Как будешь развивать канал в дальнейшем? Пиар, скорее всего. Не знаю, у меня других идей нет. Привет, у меня 21 вопрос. Лилит, кажется, я тебе переиграл. О, Лилит! Лилит, у тебя... у тебя есть соперник. Давай, показывай всю свою силу. Ты хотя бы раз в день чекаешь ДС? Да. Вообще-то, у меня просто уже немного другой появился аккаунт в Дискорде, я его написал уже. Почему ты выбрал Premiere Pro? Premiere Pro мне надо, чтобы делать что-то более профессиональное, а вот Movavi это, чтобы что-нибудь простое, например, как вот это. Ну, собственно, Premiere Pro, потому что это одна из тех программ, которую я более-менее знаю, она для меня удобна. Сколько ты уже заработал на Ютубе? А это секрет. Почему твой ник Foxy Pirate? Я уже не знаю, какой раз я это говорю. Леха. Ладно. Мне нравился FNAF. Мне сильно понравился FNAF. Потом... Я решил публиковать пройти тест кто-то из FNAF. Я вообще сначала рассчитывал на Фредди, но потом, пройдя тест, я понял то, что я Foxy. Но это такой, ну ладно, а то у меня и так не было идей, поэтому, ну, Фокси так Фокси. Какая следующая цель по подписчикам? А я не знаю, все. Я то, что хотел, я добился, однако все равно, ребят, подписывайтесь. Здесь кучу всего будет. KFC или Макдак? Вообще сказать что-либо за счет этого не могу, так как я ни там и ни там не был. Ну как, и там родственники иногда с Макдональдса, не, ну как иногда, мне раз в жизни всего лишь принесли. А картошку фри, она там была вкусная, и с KFC мне принесли крылья. Однако крылья в KFC какие-то слишком острые, что ли. Поэтому, наверное, Макдак. Пройди оценку своего же канала, прямо это видео, это не просьба. А, в смысле оценку своего канала? Ну, то есть, как я смотрю на свой канал сам? Ну, типа, не знаю, удержание подписчиков, отвечая аудитории, я думаю, более-менее нормальное. У меня наоборот этот показатель повышается. Просмотры, они, ну, я ничего не могу сказать, они здесь какая-то, как лошадь, как конь какой-нибудь. Насчет. Ну, честно, не знаю, что тут еще можно сказать, поэтому ладно. Будет ли рум-тур? Вообще идея прикольная, но... Нет, что-то я не хочу показывать, какой я халупе живу. Чем тебе понравился Changed? Ну, 8-битный стиль мне нравится. Ну, то есть это прикольно. Она как-то чудо, я не играю все равно Undertale.
Ну, скорее всего, тем, что сюжет. Да и тем, что я нашел себя в этой сфере спидранером. Наверное, это. Сложно ли спидранить 40 минут? Имеется в виду эмоции. 40 минут? Ну, вообще. Ну ладно, это я крулил просто. Конечно! Я там потею, если что. Там это можно увидеть. О чем твоя игра? Она повествует о продолжении основной оригинальной игры. Наверное, вот это об этом. Эта игра превратится уже не то, что экшен, а по большей части в новеллу какую-нибудь. Ты играл в Half-Life 2? Конечно. Какие браузеры ты пользуешься? Google Chrome. Я ваш Opera GX не хочу больше трогать. А после какого класса ты идешь со школы? 9 или 11 или 12 или нет? После 11-го. У нас 12-го нет. А, 9-й что-то не хочу. Ну или если я найду что-нибудь, то я пойду после 9-го. Умеешь строить Майнкрафт? Ну, что-то умею, там, Дима скринник учил, хе-хей. Здесь PS4... Не, у меня такого нет, я не консольщик, я не люблю такое. С чего начался твой канал? Ну, с того, как и у всех людей начинается, то есть люди творят видео, кому-то эти видео заходят. Там до сотни подписчики добираются очень медленно, они очень медленно набираются. Но потом пошло-поехало. Кто мне, блин, звонит? Интересуешься ли ты каким-то спортом? Ну, да, наверное, скорее всего, больше боевыми искусствами по типу карате там и все такое. Ты картошка? Нет. Не с покорошками. Нет. Будут ли регулярные стримы? Сомневаюсь, мне на это времени нет. Капитан Фокси, не хочешь ли ты заценить рутуб? Тюб? Не знаю, как тебе зайдет, а мне норм. Можешь построить что угодно, лишь ограничить фантазию. Там можно хоть дом, паркур, трассу для больших блоков построить. Может, тебе понравится. В принципе, можешь попробовать. Только не знаю, когда я найду время для этого. Денис Малышев. Вопрос, как тебе пришла идея делать видео на Ютубе? Господи, там Сирия, надеюсь, не слишком слышно. Ну, просто сидел себе такой, я такой, опа, почему бы видео не запилить? Я такой, поехали. Собственно, на этом все. Спасибо, что написали какие-то вопросы по поводу. Спасибо.